ты в этом сомневаешься, что ты еще учишься? Ты видел, как ты пишешь? Некоторые так писать не умеют. В гандболе, конечно, есть. У нас тоже есть центральный игрок. Голова команды, да? Чем я занимаюсь в жизни? Спортом занимаюсь. Я понимаю, что у него переводчик может быть, но он очень быстро пишет. Свен, конечно, выезжаю. Ваня, ты есть. Что? Зад, всем привет. Как вас настроение? Как дела? Спасибо, Диета. Спасибо, что именно об этом. Чем ты занимаешься, Диета? За что мне никто такое? Спасибо, слишком доброе. Вано, какие должны быть у меня глаза? Остался слишком злой. Хорошо, Диета. Немного шерстика. Я тебе что-то снял. Но про сало я не знаю. Диего, спасибо за подписку. Спасибо. Александр, нет, конечно, сдала тебя. Конечно, да, ты мой любимый Ванечка. Совершенно верно. Я из комнаты, я тоже подошла. Андрей Кирилл. Даша не бежать. Что? Алексей, что? Я не знаю, что не заставляю делать. Ребят, спасибо, кто подписывается. Всем привет. Спасибо, Гроза. Спасибо. Вань, да, говори, что ты? Рабанда это хорошо. Полегла в Рабанда. Ага, белорусская область это хорошо. Город такой. Говорит? Ребят, кто заходит, пожалуйста, постучите. Мне 27, тебе сколько будет? Серьезно, ты где? Это что так мало?
já tá pesquisando, já tá pesquisando. Ребят, смотрите, ваши сообщения могут не проходить. Что-то здесь. Не значит, есть. Что будет? Смотрите, как все сюда попадает, попадает. Кого ты нашел золотую? Ты о ком вообще?